Выше говорили о футбольной Лиге чемпионов, далее Лига чемпионов новолейбольная. И вот там есть на кого нам посмотреть и за кого поболеть. Анна Довыскиба проводит качественный сезон в составе итальянской Монце. В прошлом году она с командой брала кубок ЕКВ, ну а в этом замахивается на трофей главного европейского достоинства. Клуб Ани сыграл 2 матча в группе, во втором одержал победу, а Довыскибу признали MVP игры, как и недавно в серии А. Нападающая с нами вышла на связь. Вот небольшой фрагмент ее интервью о жизни в Италии. Я не могу раскрыть, к сожалению, все карты Лиги чемпионов, но я могу сказать, что наши задачи невероятно высоки, и я считаю, что мы можем их добиться. Обязательно, если добьемся, я вам расскажу. Большое интервью с Анной Довыскибой смотрите в наших ближайших проектах. А ее родная команда «Минчанка» тем временем в рамках Суперлиги и его регулярного чемпионата уступает «Протону». 1-3 усложняет шансы на выход в плей-офф, но не исключает их, конечно же. Некоторые игровые трудности испытывают белорусские, особенно в диагонали. Но команда, ставшая пятой в прошлом сезоне, в этом сезоне задачу в плей-офф не снимает с себя. Конечно, всем понятно, специалистам видно очевидные проблемы. Это отсутствие диагональных игроков. После этого результата вы задачу на плей-офф точно не снимаете все равно? Ну а кто будет снимать? Что вы хотите, чтобы я сказал? Все, у нас нет диагональных, давайте мы не будем играть, это же глупо. Будем играть тем, что есть. Будем давать возможность играть сейчас молодым девчонкам. Им тоже нужна практика. Неудовлетворительно, незакономерно. Их, конечно, мы должны были их выигрывать, тут даже без вопросов. Конечно, естественно, у нас задача попасть в плей-офф. Это просто как минимум, как максимум, мы даже говорить не будем.